Azərbaycan və Mərkəz Asiya ölkələri artan strateji əhəmiyyətə malik olan vahid tarixi mədəni coğrafi regiondur. Xalqlarımızı çox əsrlik tarix, mədəniyyət, din və ortaq dəyərlər birləşdirir. Ermənistanın işğalından azad edilmiş Qarabağın bərpasına dəstək, qardaşlıq münasibətlərimizin təzahürlərindən biridir. Bunu Prezident İlham Əliyev Astanada Mərkəzi Asiya və Azərbaycan Respublikası dövlət başçılarının görüşündə deyib. Dövlət başçısı işğaldan azad olunmuş ərazilərdə hazırda geniş miqyaslı bərpa işlərinin aparıldığını və keçmiş məcburi köçkünlərin öz doğma yurtlarına qayıdışının davam etdiyini diqqətə çatdırıb. В прошлом году в городе Физули состоялось открытие средней школы имени Мирзы Улугбека, а в этом году центра детского творчества имени Курмангазы, которые являются дарами Узбекистана и Казахстана. Также в этом году состоялась церемония закладки фундамента средней школы в Агдамском районе, являющейся даром Кыргызстана. Выражаю благодарность президентам Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана за эту братскую поддержку. Нарастающие в мире угрозы и вызовы требуют большого укрепления сотрудничества между нашими странами в сфере обороны и безопасности. В этом контексте хотел бы особо подчеркнуть проведенный в прошлом месяце в Казахстане международные оперативно-тактические командно-штабные учения «Берлистик» 2024, в которых принял участие и Азербайджан. Также показателем развития отношений в этой сфере является обучение курсантов из стран Центральной Азии в военных учебных заведениях Азербайджана. Азербайджан заинтересован в тесном сотрудничестве со странами Центральной Азии в сфере возобновляемой энергии. Меморандум о сотрудничестве по объединению энергетических систем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана, подписанный в мае этого года, является первым шагом в нашем сотрудничестве в сфере зеленой энергии. Одним из важных направлений нашего взаимодействия также является сотрудничество в транспортно-транзитной сфере. Увеличение пропускной способности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс с 1 до 5 миллионов тонн. Мероприятие по повышению годовой пропускной способности международного торгового порта Алят с 15 до 25 миллионов тонн, заказы новых судов для торгового флота Азербайджана на Каспии, а также инфраструктурные проекты, реализуемые в странах Центральной Азии, еще больше повышают практическую значимость среднего коридора. Prezident İlham Əliyev Qazaxıstan, Qırğızıstan və Özbəkistanla fəal şəkildə investisiya layihələrinin həyata keçirildiyini, birgə investisiya fondlarının yaradıldığını da qeyd edib. Həyata keçirilən rəqəmsal İpək yolu layihəsi rəqəmsal infrastrukturun inkişafına və rəqəmsal təhlükəsizliyə töhfə verəcək. Azərbaycan və Mərkəzi Asiya ölkələri beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində də uğurla əməkdaşlıq edirlər. Хотел бы отметить специальную программу ООН для экономик стран Центральной Азии СПЕКА. Итоги состоявшегося в ноябре прошлого года в Баку саммита, посвященного 25-летию СПЕКА, представляют важность с точки зрения практического развития нашего сотрудничества. Еще раз выражаю благодарность президентам Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана за участие в работе саммита СПЕКА в Баку. Заручившийся единогласной поддержкой международной общественности, Азербайджан в ноябре этого года примет климатическую конференцию КОП-29. В рамках председательства в КОП-29 Азербайджан готов поддержать совместные со странами Центральной Азии инициативы по решению проблем, связанных с изменением климата в нашем регионе. Я уже направил официальные пригласительные письма президентам стран Центральной Азии и буду рад нашей новой встрече в Баку в ноябре. Astanada Özbəkistan Prezidenti Şəfqət Mirzoyevə Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının fəxri nişanının təntənəli təqdim edilməsi mərasimi də keçirilib. Prezident İlham Əliyev və digər dövlət başçıları tədbirdə iştirak ediblər.